Белозерский район, город Белозерск, это старейший историческое поселение, город на территории северо-запада России. 1150 лет со дня основания мы праздновали совсем недавно. И уже к юбилею города было сделано немало. И сейчас на прошедшем градостроительном совете мы выделили на развитие города в ближайшие 3 года почти 1,5 миллиарда рублей. Прежде всего, это, конечно, наши основные опорные транспортные магистрали, которые ведут к Белозерску. Это дорога из Череповца, ЧПС Белозерск, которая за ближайшие 3 года будет капитально отремонтирована и приведена в нормативное состояние. Второе – это состояние уличной дорожной сети, состояние транзитных дорог, которые необходимо передавать на региональный уровень для их ремонта и содержания. На эти цели будет выделено 50 миллионов рублей. Кроме этого, в 2019 году мы выделим 10 миллионов рублей на ремонт грунтовых дорог, особенно к тем сельским населенным пунктам, где производится большой объем лесозаготовки и дороги разбиваются. Кроме этого, мы посмотрели состояние наших образовательных учреждений. Это детские сады, школы. Приняли решение о строительстве нового детского дошкольного учреждения, детского садика на 140 мест в Белозерске с объемом инвестиций более 120 миллионов рублей. И мы заявляемся в федеральную программу на софинансирование к 2021 году. Также было принято решение о капитальном ремонте базовой среднеобразовательной школы номер 1. Ремонт большой, потому что школа нуждается в ремонте от кровли до фундамента, вентилируемые фасады, система отопления, спортивные залы. Это тоже очень важное решение. Дома культуры и Дом культуры Белозерский, который тоже будет включен в программу ремонта сельских домов культуры для комплексного капитального ремонта. На эти цели тоже выделен большой объем средств. Посмотрели состояние центрального стадиона города Белозерска. Но он находится в явно неудовлетворительном состоянии, поэтому приняли решение о выделении дополнительных средств на его капитальный ремонт и укладку искусственного газона 6-го поколения, современного, с теплой раздевалки, трибуны, освещение, дренажные работы. То есть все это будет выполнено уже к концу следующего года. Поэтому, конечно, объем средств, который выделяется на поддержку Белозерского района, он беспрецедентен. Такого не было, наверное, со времен подготовки к юбилейным праздничным мероприятиям. Задача все эти планы реализовать. И сегодня глава района взял на себя ответственность по решению вопросов подготовки документации, сметной документации, проекта сметной документации, проведения конкурсных процедур на выбор подрядной организации. Впереди большой объем работы, надо эти работы выполнить качественно, установленные сроки.